Здравствуйте. Санкционная истерия, которая разразилась после начала спецоперации России на Украине, похоже, постепенно начинает успокаиваться. Если изначально ограничения вводили государства, потом корпорации, то сейчас докатились до мышей, котов. Сегодня Международная федерация кошек запретила россиянам участвовать в своих выставках. А чуть раньше от поставок детских игрушек в нашу страну отказалась компания «Лего». А теперь давайте посмотрим, как на этом фоне ведут себя бизнесмены из США. Если коротко, они продолжают делать деньги. Сегодня вновь открылись магазины, в которых свободно продают технику компании Apple. Не закрывают свои двери Макдональдсы и KFC. Кока и пепси-колы делают вид, что происходящее их вовсе не касается. Прикрываясь волной шума, американские компании продолжают делать деньги. Только бизнес, ничего личного. А вот от санкций пусть страдают русские и Западная Европа. Спасибо, что смотрите наши новости. Удачи!